В Ярославль приехал Виктор Сиднев, руководитель Троицкого территориального инновационного кластера в Московской области. Два созыва подряд он был мэром города Троицка. Но вся страна знает его как магистра клуба «Что, где, когда». Знаток приехал в Ярославль, чтобы поделиться опытом, и выступал с лекцией. Уникальный человек, много наработок, много собственной практики, много есть что сказать. Я занимаюсь тем, что называется инновацией, просто мне это ближе, да, потому что инновация – это бизнес высоких технологий, и у меня есть и бизнес-опыт. Я создавал первую в России компанию по широкополосному интернету, это было в 1997 году.